себя возлюбишь, вот так воспитывая в жизни, тогда ты так же само на другого смотря, будешь смотреть так же, как ты до того на себя смотрел и воспитывал себя. Передать свою некую модель. То есть, вот, как, то есть возлюби ближнего как самого себя, как ты уже себя воспитал, как ты уже себя воспитал, как ты себя уже провел через этот путь совершенствования, так же ты потом и другого сможешь. Если ты себя не возлюбил, ну, что значит возлюбить? Не делать зла себе и делать добро, глядя на будущее. То есть на благополучие будущее. Да, научиться воспринимать, но если ты с этим ничего не будешь делать, то это не возлюбить. Возлюбить — это значит себя увидеть, каким ты есть, и усовершенствовать. Вот это возлюбить. Потом ты можешь и другого так же само сделать. Потому что ты будешь понимать, что он переживает. И потому что ты сам это на себя сам смотрел со стороны, воспитывал какое-то время. И потом ты уже понимаешь, что человек может переживать, вспоминая свои переживания, да? И так же